будь здоров, Виндиго. Ну вы слышали, кашляет человек. Болеет. Небось, какую-нибудь летучую мышь сожрал. Но, тем не временем, с вами ваш Альберт Вескер, Tomb Raider, Shadow Tomb Raider, Лара Берсерковна Крофт, и мы продолжаем, ну, Лара Крофт. Мы продолжаем прохождение. В прошлый раз я записываю несколько эпизодов подряд, поэтому помните, мы на этом моменте остановились, она полетела и свалилась почему-то. Ладно. Сейчас залезла. Вот видите, вот здесь дыра есть. Из этих пещер, вылезает постоянно. Забавно. Можно понять, где, что, когда находится, где что будет. Кстати, странно, что вот этот не отметился ни разу. Он прямо рядом со мной. И здесь тоже Яшель? Ага. Виндиго это, если что. У нас вроде на дробаш должно хватить, а что проблем не будет. Делаем все аккуратненько. Там обратный проход, значит, там можно будет потом нам выйти как-нибудь, я так полагаю. Ну да, там, видите, вот система спуска, нам, видимо, потом туда наверх подниматься. Смотрю слегка. Вроде пока тихо, ладно, не будем пока лишний раз их дергать. Если они там тут появятся целым стадом, потом это беда люди. Да помните, как мы забрали у них их прелесть? Дробаш в первую очередь. У вас тут хорошо видно, даже я вот сейчас смотрю на экранчик трансляции, все прекрасно. А у меня класс выглядит. И вон там, скорее всего, сейчас один появится. А это вот короткий путь туда наверх. Может быть, прыгнуть на платформу? Нечего тебе ухищрений делать. Взял, спрыгнул. О-о-о. Чувствуете, лагает. Это не только у вас на экране, там у меня там сейчас было. Вот это пока возьму. Я приберегу дробаш для более массовых ситуаций. Дробаш хорош по площади. Но они уже в курсе, что мы здесь. Древо беру. Да фоткай, фоткай, фоткай. Слишком красиво все выглядит. Мне куда-то нужно снова. Мне надо на ту платформу. Уверена? Я даже не знаю, за что нам зацеп делать. Летать ты не умеешь, а внизу чисто смерть. А, я понял. Так. Огонь! Mm-hmm.
по-вашему, это их привлекло внимание или еще нет? В этом чудо, что тут полно источников открытого огня, я думаю, может быть, они не заметят. Нужно устроить взрыв. Слушай, устроить взрыв-то можно всегда, Лара. Надо только сначала постараться, чтобы этот взрыв тебя не разнес на запчасти. О! Нужно устроить взрыв. Не, ты видишь здесь бочонок, значит, тут будет бойня. Нужно устроить взрыв. Сейчас будет тебе взрыв, не один. Хорошо, нам туда по ночам сходить бы. Это уже рядом со мною, да? Нужно устроить взрыв. Да. Будьте здоровы. Древо жизни Майя, также известное как Ешче, уходит корнями в подземный мир и проходит сквозь наш мир, а его ветви дотянулись до самого рая. Где-то на мировом древе прячется Ицамье, бог-птица, который знает все тайны миров, сквозь которые прорастает ствол дерева. В общем, это как у скандинавов, и все корни идут в Китай. Знали бы они, куда уходят, что наш мир круглый, что все идет в Китай. Они бы переписали бы свою... Нужно устроить взрыв. Есть еще желающий? О, есть один. Где ты? А, вот ты где. А я к тебе иду. О, выжил. Подожди. Да покуда? Давай, делай ловушку. Если пойдут сейчас толпами, хотя бы среагируют на него. Получится, впереди фреска будет меня, да? Да, она прямо рядом. Черт! Спокойно, спокойно, спокойно. Вот наверху парочка есть. У них тут что, эпидемия, что ли? В корнях этого древа глубоко под землей гнездятся летучие мыши, а прямой ствол гордо возносится ввысь. Оно надежно держит на себе мир людей, а белые листья на его раскидистых ветвях сияют в ночном небе. Про летучие мыши, если что, я чисто так шутил. Но походу тут реально такая эпидемия у них. Нет, я знаю, что у них есть летучие собаки. Тут летучие мыши, беда. Все. Мы нашли, видимо, родственников короночки. Нет места. Ничего не могу взять. Да. А что тут взять-то? Мне надо... Что ты с них возьмешь-то? На ту платформу. Кажется, это примитивная фигурка, изображающая человека. Это уже третья такая. Что-то их многовато находится. Пока идем спокойно. Если вот выскочат, начинаем по-любому.
пока нет смысла. Нужно устроить взрыв. Мне кажется, мы не допрыгнем с этим взрывом. Ну, попробуем. Нужно устроить взрыв. Учитывая, сколько тут дают припасов, тут опять будет головомойка полная. Так. Придержу пока вот стрелы. Нужно устроить взрыв. Вот горите. Спокойно, Лара. Больше никто не лезет с щелей. Так. Я полагаю, нам вот сюда надо и... А, только с этим? Ну ладно. Здорово, красота. И что мне с этим делать? Нужно устроить взрыв. Ну, устрою я сейчас тебе взрыв. Дальше мне что будет с этим? А, это Лив. Не дошло сразу, ну ладно. Нужно устроить взрыв. Я видел, там один бегал. О. Ладно. Повезло, что я не вообще остался цел. Нужно устроить взрыв. А, все, понял. Мне надо на ту платформу. Сейчас все устроим, Лара, подожди. Я ее так называю, потому что ее нынешний король Пайкити так назвал. Лара. Мне, кстати, нравится. Хорошее, милое прозвище. Мне надо на ту платформу. Ну давай! Мне надо на ту платформу. Есть еще желающие? У меня тормоша на всех хватит. Да, есть. Много их. Идут. Не боятся, не стесняются. Мне надо на ту платформу. Они там внизу бегают, я их вижу. Не переживай. Да и пусть бегают. Ну, пока погуляем, пособираем все. Они пока думают, что я их не вижу, а я их вижу. Будь здоров. Мне надо на ту платформу. Уже заприте этого больного. Вот реально. У вас должно же быть понятие эпидемии, пандемии и всякое прочее. Да, ты что делаешь на этой высоте? Мне надо на ту платформу. Внизу двое было, это я точно видел. Куда они пропали, непонятно. Ну, ладно. Мне надо на ту платформу. Да будет тебе сейчас твоя платформа. Сначала вниз спущусь. Будьте здоровы, растите большими.
Так, Лара, давай тогда вниз спустимся, я там все пособираю. Мне надо на ту платформу. Сейчас все устроим, Лара, не переживай. Мне надо на ту платформу. Ну, это арена. Мне надо на ту платформу. Я пришел на арену раньше, чем надо было. Чем только они дышат, непонятно здесь. Ну, это ладно, это их уже дело. Прям везет, живут на голом газе. Платить ни за что не надо им. Мне надо на ту платформу. Давай. Мне надо на ту платформу. Минутку, Лара. Сначала соберем. Нет места. Ничего не могу взять. На все у тебя есть место, не надо заявлять. Кажется, это примитивная фигурка, изображающая человека. Походу, у них только это есть из реликвий. Да у них очень много. Это, типа, собери все фигурки и получи Человека-паука в подарок. Ну, допустим. Заранее. Потому что как только я отрежу тростик, здесь начнется настоящая галиматья. Мне надо на ту платформу. Мне надо на ту платформу. Отлично. А, держись, держись! Не смей падать, бегу. Есть еще желающие. У меня на всех хватит. Придется лезть. Ну, ничего не поделаешь, согласен. Давай, пособираем тут сначала. Где? Чего еще? Придется лезть. Ой, я это не путал, что ли? А так хорошо все начиналось. Давай, делай взрывной. Пусть хоть взрывные у нас будут. Ладно, давайте пока лук возьмем. Безопаснее. Придется лезть. Сейчас полезем, успокойся. Проходку нам сделали, и хорошо. Так, там никого нету.
Но должен познать неграмотно, придумали систему по использованию газа. О, золото. Золото. Восстановление здоровья в случае критического снижения его урона. Способность восстанавливаться в перерывах между сражениями. Наконец-то что-то хорошее. Так. Мы все собрали. Ну да, мы сейчас... А мы с вами буквально шли под нами, да? Видимо, где-то рядом находится. Базовый лагерь совсем рядом, под нами. А, вот, да, точно. Ладно. Так. Или не наоборот, спускаться надо. Ладно, сейчас спускаться надо будет. Да, тут спускаться, а потом уже ехать дальше. Еще золото, спасибо, да. Вот, все, теперь можем уходить. Эпи там, наверное, уже все место населения переспрашивал сотни раз. Алар тут лазает, лазает по их хромам. Делать тебе нечего. Да, в принципе, как бы и нечего. Как вообще местные жители-то живут? Как вообще церковь существовала-то здесь? Нет, учитывая, что здесь только обломки остались, я не удивлен, что здесь эти местные обитают. Она много объясняет. Глянем на это новшество. Ну, вот оно, кстати. Дар воина. Плюс одно очко у нас заполсное. Неплохо. Кстати, если память не изменяет, вот здесь вот должна же быть... А, наоборот, он по другую часть озера, вон там где-то. Потому что вот здесь находится некий подземный храм, комплекс. Но я так полагаю, нам сюда надо будет еще в будущем идти. Потому что там я реально видел какие-то
катакомбы, ходы, которые никак не связаны. А мы сейчас через реку находимся, так что не сюда, не по эту душу. Но, кстати, интересно, а барышня все еще здесь? Лядя, вы тут еще? Исчезла. Ну, хотя, в принципе, ее понять можно, контрабанда времени не ждет. Он же у нас контрабандист местный. Смотри, гулять где попало. Делать что хочет. Так. Вот здесь есть два тайника выживших. Но как до них добраться, я без понятия. А вот туда технически добраться, наверное, можно. Зон, давайте поохотимся. О, да. Никогда не лезь на человека, у которого есть древо. Ну, а теперь можем спокойно поохотиться. Но выстрел был хороший. Прямо у самого выхода упал. Как хорошо. Да, это вот. Здесь разворот такой. Давай, Лара, пролезаем. Изучаем местность. Пока не идем по сюжету, пока изучаем местность. Тут есть много чего полезного. Почему в ту сторону не хочешь? Кстати, о странах, видите, там внизу есть то, что я ищу. Тут, наверное, должен быть спуск какой-нибудь, как туда спуститься. А это уводит меня буквально вот обратно в джунгли. А. Хотел бы я сказать, да нет. Жива? Молодец. Красота, ты ничем обновили. Один точно должен быть там, где мы его уже нашли. О, бля. Склеп. То есть я правильно понял, куда я иду? Может быть, по реке плыть надо, и тогда я выйду к склепу. Скорее всего, так оно и будет. А вторую вообще в воде. Ну, все. Мы из этой зоны пока не вылазываем. О! Сколько дичи. Я сначала все раскопаю. А потом пойдем по сюжету. Надеюсь, там нет пираний. Было бы прискорбно, если бы были. Я думаю, нет. Да, ты... Все, ладно, идем.
красота. Не хочу. Так, давай, Лара. Рыбки нас не трогают, нормально. Так. Ага, вижу. Хорошо, что объекты не поменяли положение относительно карт. Гробница рядом. Рядом еще и гробница. Из одной гробницы в другую идем, да? А, это она и есть. Тут она и есть, вся гробница. Ну и прекрасно, с одной гробницы в другую идем. С другой стороны, открываем, юзимся и находим всякое полезное для нас. Почему бы нет? Потом, когда настанет вопрос, будем смеяться над тем, какая Лара будет слабая, там злодей будет над ней. Тут такой сюжет точно должен быть. А у нее при этом будет РПГ место. Последние слова. Не думал, что в этих местах будут ловушки. Мне в живот воткнулось копье. Больно дышать. Молитесь за меня. Не будем, сам виноват. Да и молиться зачем? Это пустая трата слов и воздуха. Но он зато нам оставил подсказку. Боже, чем это пахнет? Серьезно, ты только сейчас решил? Неизвестная территория, гробница испытаний. Трупаком. Трупный яд. Вот крем. Красивое местечко. Насколько этих черепов было, это торпом такой официальный череп. Пещеры черепа в этой игре. Где я сейчас? К этим лизы сейчас куда иду тоже. Блин, собаки ладится. Уже на поле на паркрете они. О, да вы издеваетесь, там здорово. Ну ладно. Мурены. Мурены — это хищная рыба, живущая среди подводных камней. Может быть опасна для человека, если ее потревожить. И куда мне? Была, так что все нормально будет. И не уверен по поводу второй, ну ладно. Если нам под водой сплаваем. Под водой может быть проход. А где вторая? Под водой может быть... Они все в одной зоне. Красота. Проход. Надо осушить комнату. Посушим и найдем проход. И бурету без еды оставим. Этот бог Майя темно-коричневый, почти черный, с черными кругами вокруг глаз. Кажется, что черты его лица расплываются. Это может быть только Экчуах. Он был богом какао-бобов, и именно поэтому он такого цвета. Кроме того, поскольку мезоамериканцы использовали бобы какао в качестве денег,
Экчуах стал покровителем торговцев и торговли. Любопытно, что в самых древних легендах он считался богом конфликтов. Ну, это неудивительно. Запросил меньше бобов, чем стоит курица, вот и конфликт начала. Так, ладно, здесь, получается, надо заняться откачкой воды. Это один из обезглавленных богов загробного царства? Скорее, ну не только, наверное, загробного царства. Но ведь у него и челюсти-то нет. Так. Получается, нам сюда. Царство загробное. Ну, красота, тут теперь еще пираньи. Я не помою душу, сейчас плыву, да? Или пока нет? В воде встречаются опасные хищники, пираньи и мурены. Их можно перехитрить с помощью подводной маскировки. Я такой пока тут нигде не наблюдаю. Ну да ладно. Придоньи поплаваем, а там посмотрим. Кажется, под водой есть плод. Кажется, креститься надо, есть такое выражение, Марат. А я все еще ищу вот эти... Ну, в принципе, они посветились бы, если бы что-то пошло не так. Так что нормально. О, здрасте. Нереально. Больше я не унесу. Все ты у меня унесешь. Один пока навык. А могу я сделать боеприпасы? Раньше можно было, по-моему. Я с одного ягуара, что ли, столько получил? HP-кар. Слушайте, ну он хорош, кстати. Он только скорость перезарядки у него низкая, а все остальные, даже боезапас, хорош. Давайте его оставлю. Нет, он реально хорош. Все остальные это глушняк. Бля, с другой стороны, глушняк-то мне и нужен.
оставляешь. Нет, безопасность не сделаешь. Ладно. Ну, проверить стоило было. Конечно, можно. Да и надо было. По факту. Да. Нет, не сюда. Да хватит, я хочу взять припасы. Так, а это уже на Виндиго подтягивает зона. Это потрясающе. И не говори. Я теперь не знаю, какой эпизод, какую нам фотку брать. Их слишком много. Но здесь... Надо подняться наверх. Ты уверена? Чтобы подняться, нам нужно спуститься. А я не хочу спускаться. Надо подняться наверх. Нет места. Ничего не могу. Надо подняться наверх. Подняться. Кажется, выход здесь. Ну, прекрасно. Может быть, я сейчас найду то, что мне надо. Вот эти две штучки сначала. Ну да, там есть какой-то проход. Наверняка на них и выйдем. Хорошо. Надо подняться наверх. А вот эти две уже здесь должны быть. Да, один прямо в подводной зоне. Пираньи питаются трупами. И судя по трупам, это эти самые... Надо Виндиго. Подняться наверх. В общем, будем сливать здесь воду. Я никак не смогу сквозь пираньи пробраться. Они нападают только, стоит оказаться в воде. А потому что здесь прям большая кормушка. Вот он Лара среагировала на запах. Если она учила запашок. Надо подняться наверх. Ну, зато, к счастью, я вовремя все отстегнул. Видите, даже тот отстегнул. Надо подняться наверх. Даже ни одни не смогла нас зацепить. Ворота все равно закроются. Надо подняться наверх. Надо подняться наверх. Надо подняться наверх. Сейчас поднимем, ты успокойся. Надо подняться наверх.
сначала давай по-моему туда зайдем. Надо подняться наверх. Вроде подняться можно. Все заблокировано. Нужно понизить уровень воды. Понизим сейчас. Как был в самом начале. Что будет, меня спрашивают? Лара Крофт, конечно. Нужно понизить уровень воды. Я Труила Сирана. Возможно, это последние слова, написанные мной. Андрес Лопес, или Анхель де ла Крус, как он сам себя называет в последние годы, окончательно сошел с ума. С тех пор, как мы начали строить гробницу, его запросы постоянно растут и становятся все более чудовищными. Строительство подходит к концу. Я знаю, что после его окончания мне придется умереть. Так сказал сам Лопес в минуту прояснения. Проклятый ларец. Что же он сделал с человеком, которым я восхищался? И, к сожалению, восхищаюсь до сих пор. Ну, учитывая масштабы стройки, кажется, даже тех, что к концу неожиданно подошел. Что-то новенькое, ну ладно. Когда бушуют бури, а реки выходят из берегов, пусть излишки воды утолят жажду богов верхнего и нижнего мира. До этого они еще и детство. Нет забудет? Места. Ничего не могу взять. Рыбки теперь внизу. Мило. Кажется, это примитивная фигурка, изображающая человека. Они здесь. Стоит мне только откачать полностью всю воду. В принципе, я, конечно, знаю, что они здесь, но... Вы же видели вот это все дело? Самодельные куклы, компания завершена. А, то есть целая компания. Постоянно. А второй буквально
Дон. Да. Не зря я тут все-таки лазаю, они все здесь. Блукали. 51 минута. Ой. Ладно, давайте вместо того, что дооткроем смерти. Мумию никак не назовешь. Даже Лару пристрелю ее. Слишком пропащи. Алуш – множественное число алушеп. Это существо, похожее на гнома или эльфа в мифологии майя. Они ростом по колено взрослого человека и одеты в традиционную одежду майя. Они появляются на свет, как только крестьянин строит для них домик на своей земле. После этого они 7 лет помогают кукурузе расти, вызывают дождь и отгоняют хищников. Обычно они невидимы, и несмотря на то, что они приносят пользу, они часто любят подшучивать над людьми и пугать их. Не называй их по имени. Иначе ты призовешь их из домика, и они рассердятся. То есть, по сути, местные домовые. У каждой культуры свой домовой, мило. А по факту домовой. Знаете, какая богатая культура. Сколько можно было против интересно сделать? Что делать Дисней? Переделывать старое и против этого его. А вот и главный приз. Только одна порция золота, походу, это место не очень сильно. Удар Сипа. Стрелы, пущенные с полным натяжением. Какая же вонь! Надо скорее уйти отсюда. Наносит большой урон сквозь броню. Слушайте, реально, что-то у нас там большая прокачка пошла, хорошая. Ладно, давайте избавляться отсюда. Привет, включи мышки. Я уже близко. Тут я все обобрал. А, это если бы я бы через тот проход пошел, да? Хорошо. Интересно, куда он меня выведет? Если опять через... Ну, технически, наверное, скорее всего, опять через Мурену плавать придется, я полагаю.
Да, мы под зоной документа. Я не знаю, куда мне плыть, я ничего-то не вижу. А, вот я буду по-вашему смотреть. Ну да, прямо через море плывем, ничего, никаких проблем. Да она нас не заметила, ей, наверное, не хочется. Она знает, как у Лары сейчас прокачанный нож. Ей это надо, ей что-то подобное. Тут пираньи крутые. А все остальное это нормально. Ну смотрите, здесь мы, получается, вторую зону испытаний прошли. Неплохо. Вот тут одну забрали, там прошли, здесь прошли. У нас, получается, вот здесь еще должен быть вход в склеп. Вот прямо четко. Так, почему? Вот здесь мы с вами нашли один вход, который был закрыт. Там пещерка небольшая, но он все-таки закрытый. А второй находится, скорее всего, где-то здесь. По этому пути мы забраться не можем, но, наверное, будет какой-то проход сверху дополнительный. В общем, надо выискивать здесь все. Будем этим заниматься. Тут реально есть много чем подобного. А, кушинка. Я думал, здесь может быть какой-то проход дополнительный. Пещерка какая-нибудь подводная. Вот тут, кстати, пещерка есть. О, было. Что дальше? Амулет сделан в традициях инков, однако фигурка определенно символизирует воина ацтека. Это невозможно. Это еще невозможно. Три культуры Латинской Америки жили на одном континенте. Вполне возможно, одна заменяла другую. Реально, больше я не унесу. Что унесешь? Несколько сотен человек отказались от язычества и обратились в католическую веру. Здесь сложно работать, ведь сначала дикари должны научиться нашему языку, а затем нашей вере. Многие еще не готовы к этому и приходят к Господу нашему лишь из боязни наказания. Но это не важно. Все дороги ведут к свету Божьему. По вечерам на душе у меня легко. Меня утешает мысль о том, что мы спасем эти бедные заблудшие души. Отрывок из дневника Белтрана, монаха-доминиканца. Кстати, знаете, самое забавное, что один из... монахов, есть такая забавная история, его как-то спросили, папа, несведущие души попадают ли в рай? На что он сказал «да». Получается, мы сами обрекли их на вечные муки за то, что осветили им путь к Господу? Получается, да. Перевожу. Попали бы дикари, не зная о христианстве, в рай, да. А попали бы, если после того, как они узнали, что есть Бог, но они все равно поклоняются своему Богу нынешнему. Нет. Поэтому наша задача их убедить теперь поклоняться христианству, чтобы да. Вот как-то так-то работает у них. Забавно, да? А там еще проход сверху. Ну, вот оттуда, там нужно выходить. Давайте выбираться. Вот явная дверь. Ну ладно, давайте пока на этом сегодня закончим, потому что уже целый час записываю, ровно час и одна минута моего эпизода.
Даже сыхание не пошло, видите, сыхание внизу крутится. Ну, сбоку, вот там вот. Что ж, ребят, вы, наверное, не увидите, там же будет закрыто, я же плашечки делаю такие. Ну ладно, посмотрим. Ладно, ребят, надеюсь, что вам понравилось. Спасибо всем, кто сегодня смотрел, спасибо всем, кто попал в комментарии. Ставим лайки, пишем комментарии, попадайте в ролики, ребят. В конечном-то итоге ваш комментарий может попасть. Чем свежее комментарий и чем он ближе к Лэри Крофт, а имеется в виду комментарий под самим эпизодом, тем выше шанс, что вы попадете на Вики Вичи, закрепленный на Ютубе, пока он еще существует в рамках СНГ. А потом, когда станете стариком, Ютуб восстановит, когда все это дерьмо кончится, и мир станет нормальным, и все вернется в круги своя. Покажите внукам, смотри, вот где я нахожусь, я оставился в истории, а ты ни хрена не оставишь, потому что даже у тебя такой возможности нету. Ладно, так или иначе, ребят, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, и социальные ссылочки все в описании. С вами был Вескрам, был Точинг, до скорой встречи, пока, удачи, увидимся.